Народ, написали, що це оформлення ДТП. Перегородили три полоси. А що ж там случилося? Ого! Ай-яй-яй! Чтобы отрезали, а найти не нашли. Свидетели не сказали, куда ищем автомобиль сейчас, который вызвал аварийную ситуацию. Понятно. Хорошо. Ребят, проспект Победы, город Киев, в район зоопарка, в сторону Святошина. То есть получается, мы видим автомобиль марка. Сейчас я пока еще не знаю, что за марка. Перевернулся на крышу, ударился в забор. Очень серьезное ДТП, я думаю, там, наверное, с пострадалыми. Потому что следующая оперативная группа, перекрытый весь проспект Победы. Практически одна полоса. Со слов ребят, тут находящихся, следующая оперативная группа, говорят, что автомобиль ехал, и там, получается, он подрезал ему другой автомобиль. Вот он пошел. Вот он пошел, зацепил, получается, одно дерево, второе, вот цепанул. Короче, вот он пошел. Раз, два. Пара, второе дерево. Бля, это все. Что здесь не скажете, что с водителем? Скорость большая была, судя по... Судя по, да. По словам водителя, как сказать, подрезали машину, реагировали. Ну понятно, по что это верка. Спасибо. Видите, со слов, получается, людей говорят, что ну, скорость была большая, наверное, возможно, большая. Подрезал автомобиль и пошел дальше. Автомобиль Toyota. Да, автомобиль, конечно, в очень хорошем планшетном состоянии. Бампер. Полный пи. Выломал забор. Но водитель живой, слава богу, все нормально. Живой.